Чтобы человеку получить представление о египетских пирамидах, он должен либо поверить тем, кто был в непосредственной близости от этих пирамид, либо сам оказаться рядом с ними. Третьего не дано. Также человек может получить и представление о Боге, либо верить тем, кто стоял и стоит в непосредственной близости от Бога, либо потрудиться, чтобы самому прийти в такую близость к Богу. Святитель Николай Сербский. Святитель Нектарий Эгинский сказал: «У церкви всегда открытые объятия для нас, поспешим же в них скорее все мы, у кого совесть отягощена». Но как часто мы сегодня прибегаем к этому спасительному источнику, вспоминая о молитве лишь в минуты печали. Какое место в жизни каждого современного человека занимает Церковь Христова? Но сегодня на всем земном шаре величайшая радость. От чего радость? От того, что Бог, как любящий Отец, как любящий Творец, не оставил род человеческий, который стал погибать от греха и во грехах. И сегодня каждый человек, которого мы считаем преступниками, которого мы считаем людоедами, которых мы считаем убийцами и самыми коварными и страшными людьми, каждый человек может прийти в Церковь Бога и через таинство, через откровение Бога стать снова святым человеком. За 2000 лет без тюрем, без лекарств, без судей прошли через церковь миллиарды людей. Злые стали добрыми, жадные стали жертвенными. Завистники перестали это делать, а преступники полностью освободились от своих намерений и мотивации делать плохо людям. Если бы сегодня все народы мира, все человечество, а сегодня на земле живет 7 миллиардов людей, стали жить по закону Бога, никаких войн бы не было, не было бы абортов, не было бы разводов, не было бы уничтожения природной среды. Есть страшные слова Бога. Он говорит такие слова. Это может сказать только Бог. Он говорит: без меня творить ничего не можете. Страшно. Какая ответственность в этих словах? Кто может сказать такие слова? Без меня творить ничего не можете. Мы говорим: Господи, почему? И Он нам добавляет: я есть путь, истина и жизнь. Он есть путь, который ведет к истине и в истине, к вечной жизни. Жизни в Боге, а не жизни в колонии, а не жизни в больнице, а не жизни в доме престарелых, а не жизни в психушке. Сегодня больше этого, некоторые живут на помойках. Поэтому сегодня мы совершили, может быть, впервые в своей личной жизни действие, которое никогда мы в жизни не забудем. Мы сегодня оставили дома, мы оставили всю нашу эту бытовую жизнь, которая каждый день совершается, и пришли в храм Божий, чтобы почтить и поблагодарить Бога за то, что Он совершил вот это действие.
Современное информационное пространство заполнено в основном материалами из крупных городов. Но о жизни простой провинции мы подчас ничего не знаем. Творческий коллектив телестудии православного просвещения «Луч» пытается рассказать своим зрителям историю глубинки. Проект «Городецкие узоры» — это программа о наших корнях, традициях и вере. Провинция — это носитель русских традиций. Подчас кажется, что здесь застыло время. В проекте «Городецкие узоры» мы попытались достичь сразу нескольких целей. Рассказать людям о традициях и истории глубинки, поведать своим зрителям о жизни городецкой епархии и донести проповедь известного миссионера епископа Августина. В программе «Городецкие узоры» мы попытались в 10 минутах эфирного времени рассказать о жизни нижегородской глубинки, о нашей русской провинции. Провинция уникальна тем, что там есть место и для духовных традиций, есть место и для народной материальной культуры. И все это составляет то, что мы сейчас называем Россией. Конечно же, программа наша была интересна во многом благодаря тому, что там есть слово такого мудрого архипастыря, миссионера, епископа Августина. У провинции должно быть будущее, потому что на каждой территории есть окраина. И мы знаем, что провинция как бы является окраиной больших городов, скажем, да, окраиной вот больших областных городов, каких-то центров больших. И вот на сегодняшний день, я думаю, нужны новые законы, которые будут приниматься на уровне Государственной Думы и Совета Федерации, которые будут мотивировать сегодня эти законы для людей жить с большим интересом именно в сельской местности, именно в поселках городского типа, именно там, где находится природная среда. Бытует мнение, что православное телевидение – это весьма консервативное средство массовой информации. Но команда «Луча» старается не отставать от новейших разработок в области телевидения. Для съемок наших сюжетов мы применяем современные цифровые камеры, специальные устройства, помогающие стабилизировать изображение. Для масштабных съемок мы используем квадрокоптер – небольшой вертолет с камерой. За полгода, как программа выходит в эфир, команда «Луча» преодолела сотни километров по территории севера Нижегородской области. И везде мы встречали удивительных людей, которые гордятся тем, что их называют провинциалами. К сожалению, сегодняшний выпуск нашей программы последний. Проект «Городецкие узоры» закрыт. За эти полгода мы произвели 260 минут эфирного времени, а это 260 страниц из летописи провинции. На этом все. Храни вас Господь.